Всем здравствуйте, старики гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга Йорн, вся обтянутая в латекс, со звездочкой. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Посмотрите на этого гиперборейски. Для улучшения меткости решил все-таки, что два глаза ему слишком много. У него, наверное, двоится. Это по вине, Инги Йорн, мне один глаз выше было в прошлой серии. Да что вы, ай-яй-яй-яй-яй. Да, пока она сидела там, как это самое... скрытня на скале, меня убивали, резали. Угу. А она там, понимаешь ли, отстреливала. Вам глаз там вырезали, ясно. Да. Мало вам вырезали. Так, слушай, ну что, вот там наше какое-то задание, но там никого нету. Никого нету? А я знаю, надо патроны сначала набрать. Ну, а вот там и есть, что-то там начать. Здесь же есть патроны, вот они. Окапываетесь. Ой, нет, это защищать вот этот вот дурацкий... вот эту вот дурацкую фигню. Но, нет, я не хочу это задание. Нас тут будут убивать. Убивать вас будут? Да. Да еще и днем надо все время приезжать, да? Ну, в общем-то, желательно, наверное, все-таки днем. Что там опять? Что опять в кого стреляют? Ну, там эта машина поехала. Этот гиперборейский... Так, припасы есть. Не, наверное, это самое. Давай что-нибудь другое. Все это вам не нравится. Нет. Так, ладно, сейчас я какую-нибудь Покахонту вам открою. Так, наблюдательный пост. Дом боевика. Тут есть дом боевика. Я не знаю, он просто там что-то есть в нем. Отыскать агентов-повстанцев. Пошли отыскивать. Че, вот я тебе поставил метку. Оно как бы не задание. И тут просто уже этих нету. Ну, очков навыков там или еще чего-то. Вот звезда есть, бонусная медаль. Но это далеко, и ты ее боялась сделать. Так что дом боевика остается. Это вот бонус. Ну, а почему я ее... Нет, я ее как раз не боялась. Ну, давай заедем в дом боевика. Окей. А потом уже и до этой штуки доберемся. Так, и чего, и как туда? Народ? У меня метка спокойно. Есть, сейчас надо машину взять. Машина есть где-то тут? Не знаю, может, есть. Может, оно быстрее будет пешком дойти. Вы же любите пешком бегать? Очень люблю. А заодно и утро туманное. В общем, подберете меня по пути. Эх, красота. Люблю утренние пробежки. Вы-то? Да-да. По горам Боливии. Козликом. Какие-то трубы. Как красиво. Как раз встретим рассвет. Упс. Что да. Себя она усвистала уже? 200-300 метров от меня вперед ушла. Ну, так я же говорю, пока искать эту машину. Запыхались. Малость. Да, тут какие-то упыри есть. Упыри. А, мы тут были. Мы были в этом доме боевика. Вот мы тут лазили по этим скалам. Да-да-да. Ну, он что-то как-то не отмечен же? Или это считается, что мы его зачистили? Я вот это не могу понять. Здесь нету такого зачистили. Здесь все равно потом появляются враги. Понимаешь? Здесь нету такого. Там зачистил и все, и они все исчезли. Мы тут были. Мы тут что-то мы тут делали. Я помню это место. Рот работает.
Херовенький дрон у меня, конечно. Одним врагом меньше. Вижу вторую цель. Ты уже там кого-то стреляешь? Ну, они выходят на меня тут через ворота. Найди труп. Началось. Поймали тебя, да, Ингайон? Почему? Я вообще за 100 километров. Это тебя поймают сейчас, гиперборейский. Меня не поймают. Я тебя спасать не буду. Армитада. О, вызвали подмогу. Тельманда, Испарос. Ну, один там сидит, сейчас я дрон зашлю. Дрон готов. О, Ингайорн его убила. Что тут возиться-то? Мазиц-то. Стельманда Веспарос. Ну вот и дом боевика. Вот они тут цветочки выращивали. Так. Так, а что ж нам здесь? Ничего не дадут, что ли? Мы уже тут все забрали. Мы тут были. Ну ладно, садись, покатаю на машине. Да? Ясно, так. Я поведу. Так, это Б твоя стоит на этом доме боевика? Б это твоя. А это моя. Так, а фига, мы... Б это твоя. Давай, убирай нафиг. Да? А, ну ладно. Да. Вот, так. Смотри, где у нас... Вот здесь вот. Здесь у нас и сюжетное задание, и бонусная медаль. Так что предлагаю проехаться туда. Давай, садись, давай. Я уже сижу. Да? Да. Пока выключал. Вот урод, блин, а. А кстати, по поводу радио, я тебе забыла сказать. Ты выключи в настройках игры радио отключить. Не звук, не музыку, а именно радио. Да, я сейчас это сделаю, потому что. Так, это настройки. Аудио. Отряда, микрофона, радио. Выключить. Применить. А то я сажусь, она начинает играть, и я пока начинаю там выключать его, блин. Встаньте, обязательно врезаюсь. У меня уже изначально оно было отключено. Я у тебя только на записи увидела, что ты там всякие какие-то непотребности слушаешь по местному радио. Пропаганду. Непотребности там про Юрия с Политой было. Ну вот я и удивилась, откуда ты. А это радио. Какое радио? Это я файл нашел. А, ну значит файл. Денечек-то какой хороший. Самое время погибнуть. Так. Да. Наверное, это пора выходить. Ну все, сейчас Ингайорн будет в одну харю тут все защищать. Нет, не буду. Тут слишком много всего, чтобы в одну харю. Да. Да. Команды слушать не будет. Команды? Я тебе что, овчарка, что ли, чтобы команды слушать? Команды. Ты же мне командир. Команды слушать не будет. Командир. А что ты туда побежала? Кто тебя туда отпускал? Куда туда?
Вот сюда. Я у тебя сзади стою. Ну, нам не отсюда, нам надо вон на гору, вон туда, вот, мне кажется. Оттуда выше будет стрелять. Я не знаю, конечно, как вы себя ведете. Вот тут есть еще домик. Ну, лезь на гору, а я разведаю здесь пока. Дело все в том, что у нас уже есть столько очков этого самого, как это называется-то. Мы можем дрон прокачать получше. Ну или хотя бы кто-то из нас это может сделать. Давай. Уже 5 целей. Какая-то очередная кокаиновая... А, были мы здесь. Во-во-во, меня здесь и убили. Вот, я помню эту палаточку. Которая... Сетка, которая не пробивается. Вспомнила я это место. Близко к гражданским. Так где вы меня оставили умирать? Я ничего помню. Подобного. Это ты меня там оставил умирать. Так, значит, способности. О, да, о, да, о, да. Так, дрон, батарея, да? Можно прокачать дрон. И можно прокачать у дрона радиус, но я бы прокачала... Вот это. Что бы ты прокачала бы? Боли нет. Я просто свой дрон не трогаю, потому что, ну, мало ли, там может что-то другое понадобится. Раз ты уже качаешь дрона. Угу. Ну все, тут уже нигде ничего не хватает. Ну вот, у него и радиус стал больше. Да, мы тут были. А как так? Мы не успели забрать эту медаль? Странно. Слушай, у меня тут лучшее место. Иди ко мне. Сейчас я здесь облечу. Ура, готов. Ну, начинается гиперборейский опять в одно лицо. Сейчас обнаружу... Я убрал троих охранников, которые на воротах были, а остальные молодец. Очень далеко. А ты отсюда из снайперки, ты достанешь. Причем так, чтобы незаметно было. Иди сюда ко мне. Вот от меня, смотри. Видишь? На крыше там вон два стоят, или сколько их там. Ну, их два, они поднимут тревогу, если я его уберу. А у вот меня этого... Нету. А черт. Промазал. Нет, попало. Тот, который за пулеметом стоял. А вот если вот по прямой, вот где два на крыше, а один вот под ними как-то. Он у тебя как ты его видишь как-то? Дай-ка я его сейчас, подожди, да, и вот я, наверное, смогу. Вот, все, видишь? Сейчас я, подожди, я попробую подлететь и поставить метки. Так. Вот этих вот двоих наверху вот будем брать. Один, да. Где один, он ходит. Угу. А где два, он стоит. Он тоже вообще-то ходит. Они все ходят. Да. Подожди, убей, знаешь, какого? Подожди. Вот чуть правее, который вдоль забора ходит. Внутри периметра. Вот он там сейчас сюда пойдет. Вон он. О. Теперь смотри, по прямой высунулся из гаража. По прямой. Там, где под пулеметом сразу. Блин. Ну вот. Надо прокачивать этот самый. Все-таки. Ушел. Да как так-то? Патрули. Ой-ой. Патрулия приехала. Гиперборейский, отступай. Давай,
Можно, конечно, патрулю перестрелять. Можно вообще всех тут перестрелять, по большому счету. Ну что, пошли ближе, раз отсюда не можешь достать. Ну, почему могу, просто... Так, поиск, окей. Это уже лучше. То есть они сейчас все сюда попрутся потихонечку. Искать. Искать. Вижу небольшую группу целей. Зараза сидит там за шинами. Теперь Бориски уже попёрся. Ну а что? Ну, тебя сейчас прибьют. Не прибьют, я же контролю, где они есть. Пускай он за мной гонится, а я тут припрячусь. Да? Они прям спецом где-то там сидят. Они спрятались, да. Они все за то самое. Дураков, говорит, нету. Заныкались. А, ну. Я знаю, куда идти. Знаю, как их достать. В прошлый раз они вот сюда, они почему-то шли. Вот здесь есть у нас... Если у нас есть чего нам надо. Да блин. Мать твою. Ты гранатами кидаешь? Нет. А из пулемета кто? Ты? Нет. Они, наверное, сели за пулемет. Да, они сели за пулемет. Но уже не сели. Так, все, знаю, сюда бегут. Сюда бегут. Мы их тут не разведали. Где там они, кто бежит? А, так это машина этого Полита. Вот оно что. Так, тут где-то кто-то есть у меня. Враг ликвидирован. Все. Еще не все, еще кто-то где-то есть. А вот здесь. Еще кто-то есть.
все. О, ну теперь все. Кстати, тут где-то есть клетка с повстанцами, надо их отпустить. Выпускай. Да, выходите, друзья. Друзья. Дорогие повстанцы. Так, повстанцы, и где-то есть ящик с оружием. Вот. Так, там тоже где-то есть друзья в клетке. Где они? Вот они. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Так, теперь здесь где-то есть это звезда. Какой маячок? Вылазь, сердешный. Так. Медалька наверху. Наверху. Вот заныкали же. Что заныкали? Медаль. Так, где-то тут еще припасы есть. Моя звезда. Моя. Да забирайте вашу звезду. Прирожденный лидер. О, рожденный лидер. Так, что-то Инга Йорн разбегалась как-то не в меру. Я ищу припасы где? Где-то вот прямо я над моей головой. Я собрал. Вот же они, припасы. Что же вы не ну, видите? Я ниже этажом. Ну, забирай. Вот, все. А теперь нам надо угонять эту тачку. Тачку? Юрия Ипполита, да. Угонять тачку Юрки с Политкой? Давайте, потому что мне кажется, что сейчас тут понаедут. Понаедут-то еще как. Спортивная машина. Какая-то она загаженная, поцарапанная вся. Шикарная тачка. А в бардачке гондон с кровью. Какой ужас. Сюда вы еще пару кровавых гондонов. А куда ее гнать-то надо? Значит, это точно тачка Юрия Ипполита. Не знаю. С обычными гондонами это классная тачка для перепиха. Мне не понять этот выпендреж. Покупаешь дорогущий мер, ставишь хромированные диски, а потом ездишь на нем по тем же грязным городишкам, что и раньше. Я бы от такой тачки не отказался, а ты? Клевая тачка, классный костюм, но улицы те же. Так в чем смысл? В кондиционере. Куда ее гнать-то надо? Сейчас, подожди, посмотрим. А бог его знает. Куда ее? Можешь просто угнать. Должно как-то что-то засчитаться. Не знаю. Может быть, в лагерь к этим каким-нибудь повстанцам. Это знаешь, какой у нас тут лагерь? Вот, наверное, ближайший. Подожди, вот есть. Удержание. А, это удержание для передислокации. Да. А лагерь? Пункт сбора. Вот туда и давай. Куда туда? Ну, вон, я поставила метку. 981 метр. Да, по таким дорогам только на такой тачке и ездить. Ну, она же для перепиха, тебе сказали, а не чтобы ездить. Какой перепих? Посмотри, какая она маленькая, тесная. Ты видел это этих Юрия Ипполита? Она туда вообще не поместится, в эту тачку. Не говоря уже о большем. А что, ты Юрий Ипполита, что ли? Ну да, это же их.
Задание рядом. Спортивная машина Полита. Ладно, теперь дело за Боуман и центром. Они посмотрят GPS машины и поищут места, где могут прятаться Юрий и Полита. Вот, все. Готово дело. Так она же, тачка-то, она же не это самое. Не то, что в ней надо. Ну, они, вот. Видишь, себе, сейчас сказали, что собираются копаться там в этих GPS-ах и... Я там в сарае, нашел отрез панбархата. Пойдем покажу. Ситчика. Да, пойдем покажу. Да-да-да-да-да-да. Так, гиперборейский, шутите вы, панбархат. Так, что, кто тут? Что тут? Лейтенант? Каратель? Так, ну что, у нас... Сюжетное задание – доставка транспорта, самое близкое у нас. Либо вот, какая-то еще записка, файл цареубийцы вот на 12 часов от нас кверху. Не знаю, вот не сюжет, доставка транспорта. Операция повстанцев. Взорвите один из входов на станцию. А, давай. Давай, давай. На чем поедем? На Юрии Политовской машине или возьмем побольше? Вот это как раз нормальное. Ага, с кондиционером. Да, такой размерчик вас устроит? Так, подожди, туда бы, конечно, размерчик, да, такой размерчик меня устроит. Нам бы... Садись, давай уже. Вертолет бы. Ну, нету здесь вертолета. Туда надо за файлом ехать, там есть вертолет. Ладно, поехали. Ну, здрасте. Вот они причем падают с этой дороги, прыгают и прыгают прямо под колеса. Эти глупые крестьяне. Это задание такое, там убить могут. Могут убить, да? Я вспоминаю, да, там надо взорвать дверь, ворваться, и там буквально за пару минут всех перестрелять. И успеть при этом... О, смотри, этот умный оказался. Да, в кусты прыгнул. И успеть при этом разблокировать там какое-то... Взломать, короче, комп. Че ты повстанцев пьешь? Так, а здесь он... Нету проезда. Здесь пешком надо бежать. Где? Очевидно, где? Ну ладно, пошли. Хотя вон тут дорожка, но здесь вряд ли на машине можно проехать. Можно было вообще-то, ну ладно. Ну да, не свои же ноги. Сейчас бы так, сам в эту горку так. Физподготовку я не качала. Насколько я помню, по-моему, там они в здании сидят. Хорош. Там нету никого. Там нету никого вокруг. А, что-то дверь надо взрывать, да? Да. Показаны входы. Угу. Смотря с какой стороны. Так, только подожди. Они сейчас там все уже знают, что мы здесь. И вот я не помню, там же надо с двух сторон, что ли, да, идти. Выбирать какие двери. И их там валякать. Можно с двух сторон, можно, например, вот один сверху, другой снизу. Это с двух сторон и называется. Ну, здесь просто можно с двух сторон, а можно сверху и снизу. Вот здесь есть две двери внизу. Не, ну они все спрячутся, надо сверху тоже идти. Да. Давай, выбирай себе дверь какую-нибудь, остановись уже около нее. Вот это твоя дверь? Ну давай, да, я сверху, наверное, начну. А я туда прямо так, напротив. Так, подожди, а как я там напротив. Осколочная граната? А чем ее кидать? Чем кидают осколочную гранату? Г. Г, да? Ну ты мне говори, там 3-4 и так далее. Сейчас я, подожди. 3,
4. Граната. Привет, суки. Где эта метка-то? Вот она. Чё, конечно, Гипопорезского уже убили. Нет. Я забыл, что... Станция картеля отключена. Повстанцы могут поступать. Что тварь там, блин, прям напротив. Суполаду, иди сюда, блин, Суполаду. Аккуратнее. Меня убили, но... Здесь остался один рядом со мной. Я его убил. Ну, молодец. Перезарядить, Ингуйорн? А, вылечить. Да-да-да, перезарядить. Ладно, потом перезаряжу. Ножку он мне, смотри, перебинтовывает. Спасибо. Да, пожалуйста, обращайся. Да-да. Все? Так, ты что, поддержка? Патроны, макароны, что тут есть, что-нибудь такое? Да, патроны есть где-то. Вон тут ящик с патронами. А, ты через эту дверь заходил? Где ящик? Ну, машину нам дали. Так, ну что, куда едем? Не знаю, сейчас, подожди. Так, и так уж мы такое, это наша база. Так, внесюжетное задание, диверсия. Отключить первую антенну, еще одну есть. Потом еще вон лейтенанты, тайники с данными, тут до хрена. Ну вот тут диверсию мы, я думаю, еще успеем сделать сегодня. Какая диверсия? А. Какая же, садись. Это, по-моему, нам вертолет нужен. Давай, это помнишь, когда там надо было... Так, антенные связи. Это когда надо очень быстро от одной антенны к другой лететь. Это просто вообще буквально один сидит в вертолете, а другой идет, выключает антенну. Сижу я в вертолете. Тут полно всяких лампочек и тумбочек. Да, я согласен. Что? Полно всяких лампочек. Ты сказала, пилотом буду, я говорю, я согласен. А у меня она сказала, полно лампочек и тумблеров. Но там, по-моему, упыри есть рядом с этим. С этой радиовышкой, по-моему. Немного, но как-то так было. Ой, речные самолеты. Да. Мои любимые. Но дело в том, что речные самолеты садятся только на реку. Так, чё, постреляем их? Кого? Ну, там впереди, видишь, один какой-то. Ну, этот. Ты сядь где-нибудь. Тут, чё, тебе обязательно прям надо... Ну, я тебе говорю, этого. Здесь надо будет очень быстро лететь к другой точке. Ну, садись. Я же не буду пока дергать-то. Ты сядь, да, и потом убьем. Тут же, прежде чем лететь, надо сначала ведь дернуть, да, эту хрень. Да. Ну и все, подлетишь потом поближе и дернем. Так, ну что, есть у тебя на мушке кто-нибудь? Их тут трое, да, есть. Тот, огонь. Который с двумя этими полосками. А, ты его берешь, да? Да, да. Огонь. С этим мы разобрались. Все, подведи к вертолету, подлетай сюда ближе. Сейчас я соберу патроны, потом к вертолету, а потом ты дернешь ручку. А, то есть мы должны подлететь, да? Ну, чтобы уменьшить время. В принципе, оно, по-моему, куда-то туда наверх надо будет лететь. Ну да. Ну, по крайней мере, по-моему, так и было. Вот куда-то наверх мы бежали, что-то.
По идее, конечно, можно сделать так. Ты дернешь ручку, или там кто-то дернет ручку, а я уже полечу. Да, а, нет. Сколько, а сколько там этих? А там, да, там еще потому, что будет третья. Угу. Если их три, тогда на втором можно так сделать. А ну да, ну да. Сейчас ну, да. Нет. Да хорош, нормально. Давай. Ну что, дергаю? Да. Давай садись. Все равно не успеть. Я не знаю, как это делается. Что, 40 секунд? Давай. Опускайся. А, тут нету никого. А, всего два. А, все. Ага. Какая здесь эпота. Прям надо серию закончить. Да? Ну, давайте. Она чуть-чуть покороче будет, просто мы все равно не успеем что-нибудь сделать. Ну, да. Давайте. Так, ну что ж, многоуважаемые зрители, на сегодня это все. Спасибо всем тем, кто посмотрел. Да хватит, что тебя трясет-то вечно. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. О, ты китаянка, что ли? И? И пока.